команду отправиться на берег! Луна, что-то там нечисто! Легион. Сражаться вместе с тобой честь для меня. Никак не привыкну к тому, что зовете меня вождем. Но рад, что это так. Все готовы? Корабль сделан, разбился где-то недалеко. Разве? Это не вторжение, а регулярная армия. Готовьтесь, стрелы! Цельтесь! Пули! Сиванна? Пули! Найка, какая приятная встреча! Демоны нападают повсюду. Без вас мы бы не справились. Трау, опять кристаллы! Если мы подберемся к ним поближе, мы сможем разрушить портал. Смогли спрятаться сквозь толпу демонов за такой короткий срок. Это что-то совершенно новое. Боюсь, что Легион преподнес немало сюрпризов. Эти конструкции будто выросли из-под земли, и из них повалили орды демонов. Нам не замедлить! Наша принцесса права. Если будем медлить, погибнем. Следуйте за Тралом! Что-то там не ладно! Говори, где остальные члены Серебряного авангарда? Мертвы. Скоро все умрут. Надо торопиться. И Тирион пропал! Воины Орды, атакуйте лагерь демонов! Спасите всех, кого можете! Демоны отступают! Слишком просто! Что-то не так! Найка, постарайся! Да, ваш прицел!
Смотрите, за разломом! Вулкан! И Тирион! Нет! Не может быть! Он погубил моего родного брата, Олеандра. Арта, Сектрану! Кто-нибудь знает, как перебраться через этот разлом? Люди земли, помогите! Услышьте вас, Сон! Как удобно! Тирион! Куда ты за это заплатишь? Не подходите! Это ловушка! Свет защитит меня! Глупец! Это храм истинного бога! Твой жалкий свет не поможет тебе здесь! А вот твои друзья как раз явились вовремя, чтобы посмотреть, как ты умрешь! Лудан, ты совершил очень серьезную ошибку! Ты убил Олеандра и пытался скрыться от правосудия. Отпусти Тириона, или Альянс и Орда нападут на тебя. Ты еще глупенькая, но вижу, внутри ты смелая девчонка, которая бросает вызов самой смерти. Убей его! И все равно ваши герои погибают один за другим. Убей их! Сейчас вы познаете страх. Воин Альянса, держитесь! Он идет на вас! Монстр идет на вас, Сильвана! Больше, чем шкаф. Рано радуешься, Рин. Если не остановит Гул'дана, он призовет еще сотню демонов. Впрочем, надо ускориться. Что ж, клевое дело. Варен, мы поднимемся на вершину и прикроем вас. Тебе удачи, Сильвана. Ты прав, человек! От моего повелителя бежать некуда! Узри всю силу владыки Таргераса! Позади нас еще один портал! Надо удержать высоту любой ценой! Занимайте позиции! Вы должны держать их! Я видел тебя твоего шелкового мерка, Рин. Удари пламени света, как тысячи людей. Легион смерти.
погибну здесь. У нас плохие новости. Волжин смертельно ранен и хочет сказать Орде последние слова. О, Господи! Должна ускориться! Что тебе надо? Прошу, срочно надо к Волжину! Принцесса прибыла к тебе. А, Найка, как приятно, что она здесь. Времени осталось мало. Может, я позову лекарей, они займутся твоей раной. Просто кровавый какой-то. Мне теперь осталось только одно. Сделать так, чтобы Орда и Даша... была сильной. Даже мы без тебя жить будем. Это бесчестие, Волжин. На что надеяться, если у нас друзей не хватает? А между Альянсом и Ордой продолжаются конфликты. Король Альянса погиб на расколотом берегу. Его бывшие подданные горят жаждой мести. Надо, чтобы они сражались с Легионом, а не тишили старые обиды. Мой источник в Кирентории утверждает, что часть Совета Шестерых не против снова пригласить Орду в Долоран. Это хорошо. Пойдет, если не запечатать эту гробницу. Дурацкие демоны! Крушают, дубасят все подряд! И никто не думает о прибыли! Мы выставим вождь. Мы изгоним Легион, я клянусь. Королева Банши здесь. Что ты хотел сказать? Сильвана, подойди поближе. Боже. Духи Лоа говорят, что моя смерть близко. Всех нас ждет смерть. Но Орда будет жить, и никогда не довернет.
теперь. Даже в самый темный час я не мог представить, что тебе суждено спасти всех нас. Духи даровали мне просветление, видение, прошептали имя. Многие не поймут. Но тебе надо выйти из тени и править. Ты должна стать лошадью. Боже, прошу, не покидай нас! Кто поможет мне вместе?